Альбина Чувикова поднимается на сцену Самарской филармонии, чтобы из рук губернатора получить почетную грамоту. Она работает фельдшером скорой помощи Клявлинской центральной районной больницы. За время пандемии Альбина оказала медицинскую помощь более 250 пациентам с коронавирусом. Год прошел очень плодотворно, скажем так. Людям хотелось очень много помочь. Старались, день и ночь работали. И то, что нас сюда пригласили, это, наверное, огромная оценка нашего труда. И мы очень благодарны за это. Всего на торжестве в честь наступающего праздника Международного женского дня губернатор вручил награды 10 женщинам за успехи в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения и культуры. А почетного гражданина Самарской области Евгению Аршлутову Дмитрий Азаров отметил знаком «Заслужение людям» и поздравил народного учителя СССР прямо в зрительном зале. Дорогие, очаровательные, милые, заботливые, профессиональные, ответственные, не безразличные, великодушные. Все это о вас, о замечательных женщинах Самарской области. И для меня, конечно, большая честь сегодня в вашем лице поздравить всех. Всех, кто украшает Самарскую область по-настоящему. В продолжении торжества для собравшихся в зале подготовили праздничный концерт. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.